Итак, ребят, всем привет. Нежданно, негаданно у нас выходит обновление для нашего блокнотика на Kaggle, потому что многие просили TensorBoard на Kaggle. Сделал, было сложно, сейчас буду рассказывать, показывать вам всю историю и так далее. Не будем же тянуть и сразу же переходим в наш обновленный блокнотик. Итак, по ссылочке переходим, это мой тестовый аккаунт, я на свой основной это все перекину. Итак. Что у нас поменялось? У нас добавилось новые три блока, добавились вот эти, больше ничего не поменялось. Потом попозже сейчас немножко расскажу, что они делают. Так, нажимаем, как обычно, copy и end edit notebook. Ставим у нас акселератор. Если у вас нет, ребята, акселератора, то что мы делаем? Правильно, активируем номер телефона. Переменные файлы, как обычно, вставим. И все. И забрасываем сюда наш модель голоса, меняем. Так, add data. Ну, вы загружаете. Это не урок. Урок у нас будет вон там наверху ссылочка, как мы что делаем тут. Это не урок. Полный урок, туда смотрите. Здесь я показываю обновление, что у нас поменялось. Здесь ребята уже знающие, им даже это не надо показывать, что я сейчас делаю. Итак, новое, что вам нужно? Смотрите, есть у нас ngrok сайт. Вам здесь нужно зарегистрироваться, либо зайти под гуглом аккаунтом. То есть нажимаем логин и под гуглом заходим, допустим. Когда зайдем под гуглом, а здесь написано Your Authentication Token. То есть нажимаем сюда. Здесь я свой токен замажу наполовину. Нажимаем копи. Спускаемся в самый низ блокнота. И здесь нам нужно его сейчас будет ставить. Видите? ngrok Authentication Token. И вот здесь стираем вот это. И вставляем сюда вот так токен, чтобы он так стоял у нас. Итак. И все, можно либо здесь запускать через Rana All, либо через Safe Version. Через Safe Version давайте в этот раз запустим. Так, все, Safe. Так, ждем, пока у нас там все прогружается. Давайте откроем. Увидим, что... Ну, строчки идут, ладно. Давайте объясню, что у нас делает этот новый код. Быстренько. Итак, тут мы докачиваем библиотеки, здесь мы скачиваем сам ngrok, здесь мы потом удаляем этот типовский файл, чтобы у нас его не было, здесь мы формируем authentication ключ для того, чтобы мы, Kaggle наш мог, в общем, туда файлы брать и давать, в общем, по IP будем работать через ним. За это нам нужен authentication ключ, ключ этот. Так, импорт, мультипроцессинг делаем для того, чтобы в фоновом режиме это все у нас работало. Иначе у нас бы крутился бы этот кружочек вот так долго на одном и том же месте. И мы с вами никогда не увидели ссылочку нашу на гардию. Эту, на наш интерфейс для тренировок. Так, здесь мы запускаем TensorBoard. Папки указываем путь. Хост такой-то у нас, порт указываем 606 по умолчанию. И ngrok даем прослушивать данный порт. И здесь мы формируем ссылочку, вытаскиваем ее из JSON файла public наш URL. И все, и у нас выдается он public URL, но мы в другом месте его будем смотреть, в принципе. А Kaggle, на самом деле, была раньше возможность на Kaggle, я чекал это очень долго, было примерно год назад, они обновили Kaggle, и они сказали, то, что TensorBoard требует больших мощностей для процессора, не знаю почему. Но они отказались от TensorBoard и сказали, все, мы его больше не поддерживаем. И если по TensorBoard просто так запускать, ни хрена не получится. Из-за этого через костыли какие-то пришлось вот так вот оптимизировать это все запускать. На самом деле с этим я бодался, можно сказать, дня 3, наверное. Может, 2-3 дня бодался я с этим. И сейчас, я только сейчас доделал, буквально час назад, время 4 часа ночи, как бы. Побыстрее хочется записать, вас обрадовать, чтобы вы пользовались уже на Kaggle данным сервисом, так сказать, при помощи ngrok. Так, все здесь я объяснил. Итак, что у нас тут блокнот? Блокнот у нас прогружается. По обновлению, ребят, сразу же скажу. По обновлению блокнота, когда, чтобы побыстрее он у нас запускался. На Kaggle что-то поменялось, хрен знает что, сейчас разбираюсь. Мой блокнот работал, мой тестовый даже работал. И сейчас он у меня ни хрена не работает, какие-то ошибки мне выдает. Не знаю, они что-то обновили, непонятно что. Так что сейчас с этим разбираюсь. Нежданно, негадно, возможно, как это видео когда-то выкачу. Не знаю, когда.
Итак, сегодня у нас какое число-то? Сегодня 22-е. 22-го у нас и выходит как раз-таки про TensorBoard это видео. Прямо сегодня снимаю ночью, завтра утром вы уже будете это все смотреть. Так, ждем, пока у нас блокнот запускается. 600 секунд. Ну, 550, ладно, секунд. А дальше показываю, что мы делаем дальше. Туфтология какая-то получилась, но ничего страшного. Все, ожидаем. Итак, прошло у нас 560 секунд. 560 секунд, примерно блокнот запускается. Давайте посмотрим внизу. А, да, смотрите, как раз успели, можно так сказать, сейчас на ссылочку на Guardio. Как обычно ее вставляем. Открывается у нас наш интерфейс. Заходим в тренировку, пишем название, какое хотите в вашей модели. Нажимаем преобразовать данные. Ждем, пока данные у нас преобразуются. Здесь всего один файл, ребят, на 2 минуты вроде бы, или на 3. Так что не смотрите, что у меня так все быстро грузится, потому что здесь всего один файл. И как бы тренировки у меня тоже будут идти секунд по 5. Сделал специально, чтобы показать вам, как TensorBoard обновляется в онлайне. Только из-за этого закинул один файл. Так, ребят, 15 минут, от 15 до получаса. От 15 до получаса оптимально все. Не открывается Guardio. Что мы делаем? Включаем VPN. Много раз это уже повторяю. И каждый раз одно и то же спрашиваете. Как продолжить тренировку? Написать одинаковое название. Но это только работает в офлайн версии пока что. Возможно, скоро сюда тоже добавлю дотренировку. И будем здесь дотренировывать модели наши. Итак, что у нас здесь? Файлы пока грузятся, делятся. Так, сейчас начнется объединение уже файлов, смотрю. Так, ждем. Все, объединение файлов пошло. Оп, все. Итак, что мы делаем дальше? Частота сохранения советую на 5 оставить. Кто-то меня спрашивал, сколько ставить частоту сохранения. Давайте, ладно, нажмем пока тренировать индекс черт, а потом объясню. Так, все, тренировку модели нажимаем сразу же. А кто-то меня спрашивал, что... Сколько ставить-то? Кто-то даже спросил меня расширить до 100. Кому-то я расширил до 100. Пожалуйста, делайте. Итак, почему именно 5 мы ставим? Потому что удобно вытащить нужную нам эпоху, когда мы проанализируем через TensorBoard. И потому что если мы будем ставить 1, у нас хватит только... Кто-то говорил, хочу ставить на 1, наверное, надо ставить каждый, чтобы одну эпоху он сохранял. Если мы поставим 1, у нас хватит памяти на Kaggle максимум... на 300 эпох где-то. Да, на 300 эпох. Потому что на Kaggle у нас доступно 20 гигабайтов, из которых 2 гигабайта занимает наша модель примерно. И у нас остается 18 гигабайт. 18 гигабайт разделить, если на 50, потому что весь татарный файл 1.50 в районе 50. У нас в районе там 330 где-то будет или что-то типа такого. Можно будет сохранить максимум. Так что 5 ставим и не волнуемся, всегда вытащим нужную нам модель. Итак, смотрим, что у нас там по эпохам. Так, эпохи, наверное, пошли. Ну, как и ожидалось, уже 14-я эпоха, между прочим, у нас идет. Мы тут вафли. Где же нам смотреть TensorBoard? Открываем наш NROC. Здесь, видите, Cloud Edge написано. Нажимаем. И Endpoints. Нажимаем сюда. Видите, вот эти две ссылочки. Нажимаем любую. Я открываю первую. Ну, здесь HTTPS, можно HTTPS зайти. И написано Visit Site. Нажимаем. И, о чудо, у нас открывается TensorBoard. О чудо. Здесь на шестереночку не забываем нажимать и Reload Date поставить. Что это делает? Это у нас каждые 30 секунд автоматически будет обновляться этот блокнотик наш. Здесь в TensorBoard. Закидываем нужные нам графики. То есть я все показывал, где смотреть. Видео вон там, опять наверху. Подсказка есть. Что это все обозначает, как анализировать и так далее. Закидываем нужные нам графики. Смотрим, как у нас здесь все ползет. Здесь ставим примерно 0.95 или что-то типа такого. И все. И наблюдаем, как наши графики меняются. Я поставил шаг сейчас 60. То есть каждые...
60 у нас здесь будет обновляться. Раньше у нас в каждой 200 было, 200, 400, 600, 800, 1000 и так далее. Сейчас у нас будет 60, 120, 180 и так далее обновляться. То есть точность немножко вырастет. Еще что? Давайте посмотрим. Так, здесь у нас обновляется. Сейчас новый уже у нас вылезет. Наш промежуточный пункт, так сказать. Ждем, когда он вылезет. Можем кнопку обновлять нажимать. Просто нажимаем кнопку обновить. В принципе, у вас будет то же самое обновляться. Пока не вылезло, потому что у нас еще не сформировались вот эти индексы. Они примерно каждые сколько там файлов. Давайте посмотрим. Сколько файлов они. Так, на нулевом. Следующий у нас был на 21. Следующий будет, значит, у нас на 42 примерно. Следующая наша точка появится. Так, смотрим, наблюдаем. Итак, вот появилась наша другая следующая точка. Все, у нас график ползет вверх. Все, молодцы, мы какие умницы. Так, ну что, все я вам, в принципе, показал, надеюсь, рассказал, всем было все понятно, как это сделать. Потом мы просто останавливаем, как бы, ну, блокнот, как обычно наш, и у нас эти ссылки пропадут потом, в дальнейшем, чтобы вы понимали. Итак, что я могу сказать? Ребята, всем большое, огромное спасибо за просмотр. Долго мучился, хотел вас порадовать, в итоге, надеюсь, порадовал. То выкатил такое небольшое обновление, так сказать. Также еще незаметное для вас обновление я выпустил, точность тренировки немножко поправил. Там у нас была минус 4 степень, сейчас минус 5 стало. То есть результаты должны сейчас получаться намного лучше на самом деле. Новое видео, когда у нас будет, не знаю. Скоро, возможно, когда-то будет новое видео. Итак, что еще хотел сказать? Ну, конечно же, ребят, не забываем. Подписочка, потом лайк, колокольчик и комментарий. Какой-нибудь хороший. Спасибо, там, не знаю, блогеру и так далее. Что тратит время, так сказать, на обновление этого всего. Так что, ребят, всем огромной удачи. Большое спасибо за просмотр еще один раз. Близимся к 1000 подписчиков. Всех обнял, всем огромное спасибо. Так что всем пока-пока.